записи, на которой, как утверждалось, запечатлены последние секунды полета самолета А-320 перед крушением французских Альп, ложная. Об этом заявил сегодня подполковник французской жандармерии Жан-Марк Миникини, сообщает ТАСС. По его словам, содержание найденных на месте катастрофы мобильных телефонов пока не изучалось следователями. Все найденные телефоны, по его данным, будут отправлены в ближайшее время в научно-исследовательский институт французской жандармерии. Более 100 самолетов и вертолетов задействованы в крупных учениях авиации на Дальнем Востоке и Забайкалье. Об этом сегодня ТАСС сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев. По его словам, летчики-истребители Су-35, Су-30, Су-27 провели учебные воздушные бои, а также на ряде полигонов выполнили пуски управляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек. По словам Гордеева, упражнения выполнялись как над сушей, так и над морем. Центробанк самопровозглашенной Донецкой Народной Республики установил курс гривны к рублю на уровне 1 к 2. Об этом сообщает сегодня сайт Совета Министров самопровозглашенной Республики. Сегодня